конференции приняли участие представители Волжского казачества и педагоги ведущих учебных заведений не только Ульяновской области, но и Москвы. Говорили о воспитании патриотизма у молодежи в процессе приобретения профессий. Ведь казаки всегда славились не только своими духовно-нравственными качествами, но и профессиональным подходом в различных видах работ. А димитровградские казаки, более того, имеют замечательную возможность получать и среднеспециальное, и высшее образование. Поволжье имеет очень серьезные казачьи корни, казачьи традиции. И вот то, что здесь выстраивается система непрерывного казачьего образования или непрерывного образования для казачества, это очень важно. И в современных условиях очень актуально и нужно. Мы сегодня сделаем инвентаризацию всех тех программ, которые наработаны. Наталья Васильева, Константин Белов. Наше время.